А теперь об этих и других событиях подробно. 12 января работники российской прокуратуры отметят профессиональный праздник. Накануне глава региона встретился с теми, кто призван обеспечивать соблюдение, защиту прав и свобод человека. Сегодня работа прокуратуры социально ориентирована. Особое внимание уделяют ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве. В 2013 году в этой сфере выявлено более 1500 нарушений. Возбуждено 15 уголовных дел. В прошлом году неплохо поработали коллеги, я за это им благодарен. Выявлено более 35 тысяч нарушений законодательства только федерального, порядка 17 тысяч нарушений законодательства по линии уголовного правового на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Глава региона уверен, успехи Курской области невозможно представить без качественной работы прокуратуры. Экономическая безопасность также в их компетенции. Правительство установило, что Курская область занимает сегодня 9-е место, как вы знаете, среди 83 регионов России. И в этом серьезный вклад работников прокуратуры. Без их поддержки, без поддержки, конечно, и других наших правоохранительных органов, решить многие задачи невозможно. Успехи в работе были отмечены на государственном и областном уровнях. Лучшим сотрудникам прокуратуры губернатор вручил награды. Тарас Степаненко, Геннадий Воробьев, телеканал «Сеим».